Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Алла Пугачева подготовилась к смерти, приобрела участок, на котором ее похоронят. Он находится на Кузьминском кладбище, рядом с могилой брата певицы. Скульпторы уже создают эскизы фамильного склепа и советуются по ним с артисткой. Предлагают использовать герб или вензель, как на доме звезды. Алла Борисовна не одна из знаменитостей. Кто думает о таком? Готовы к последнему дню и другие. Они считают, что об этом нужно думать заранее, ведь смерть приходит неожиданно. Певец Шура тоже купил место на кладбище, а еще двухдверный гроб. И продумал, какой будет ограда на его могиле, из кованой кровати с виноградными гроздями. Задолго до того, как ему поставили страшный диагноз – рак, приобрел участок на Востряковском кладбище певец Иосиф Кобзон. Он хотел быть погребен рядом с могилой матери. Роман Жуков купил семейный склеп на Донском кладбище. Он сделал это после гибели дочери от удара качелями по голове. Забронировала место на Ваганьковском кладбище известная актриса Тамара Семина. Ее последний приют будет рядом с могилой горячо любимого мужа. В апреле этого года Пугачева отметила 70-летний юбилей. В Кремлевском дворце она дала грандиозный концерт, посвященный этому. Несмотря на солидный возраст, Примадонна находится в прекрасной форме, бывает на светских мероприятиях. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.